Всем большой привет! Сегодня у нас консервация кукурузы на зиму. Закрывать мы ее будем без добавления уксуса и лимонной кислоты. Рецепт очень простой. Предварительно варить кукурузу не нужно. Главное правильно разложить зерна по банкам. И никакие консерванты не понадобятся. Приятного просмотра! Берем початок молодой кукурузы. Для удобства работы разламываем его на несколько частей и срезаем острым ножом зерна. Затем помещаем их в миску. Хорошо промываем холодной водой. Откидываем на сито и даем воде стечь. Дальше берем стерильные банки и раскладываем в них подготовленную кукурузу. Очень важный момент. От верхнего уровня зерен до края банки должно оставаться свободное место не меньше 2 см. Иначе закрутка может взорвать. Теперь добавляем в каждую пол-литровую баночку пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку с горкой сахара и заливаем доверху водой комнатной температуры. Затем прикрываем банки крышками, ставим их в застеленную полотенцем кастрюлю, засыпаем туда 2-3 столовых ложки соли. Наливаем по плечики банок воду такой же температуры, как и в банках, и отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока закипит не только вода в кастрюле, но и жидкость в банках. Крышки должны стать очень горячими. С этого момента засекаем время и стерилизуем нашу кукурузу ровно 1 час. Кастрюлю можно прикрыть крышкой. Через час достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем вверх дном и накрываем чем-то теплым. Даем в таком состоянии полностью остыть, а затем убираем на хранение в прохладное место. Вот и все. Вкусная молодая кукуруза на зиму готова. Чтобы наполнить 5 пол-литровых баночек, мне понадобилось 15 кукурузных початков. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.